Черные дыры – это таинственные сложные космические объекты. Их невероятные свойства будоражат умы человечества долгие годы. Само существование черных дыр так долго было гипотезой, что многие ученые всерьез сомневались в их существовании. И хотя в нынешнее время обнаружено множество небесных тел этого типа, они до сих пор таят в себе множество загадок. И каждый день приносят нам новые данные, понемногу приоткрывающие завесу тайны над этими удивительными объектами. Долгое время изучение таких дальних объектов было обусловлено тем, что человек стремился к неизвестным участкам Вселенной. Но со временем люди придумали альтернативу и научились создавать идеальные миры прямо на нашей Земле. Перед вами Perfect World Mobile — мобильная версия той самой легендарной ПВ, в которую многие из вас наверняка играли в детстве. Теперь игрокам доступна возможность создавать собственный дом, использовать голосовой чат внутри гильдии, а также настраивать уровень качества в зависимости от возможностей своего телефона. Perfect World Mobile — это не просто игра, а целая вселенная, в которой вы можете развивать своего персонажа как и в PvE, так и в PvP, а также сражаться под водой и в воздухе. А для того, чтобы погрузиться в этот удивительный мир, достаточно всего лишь пройти по ссылке в описании и загрузить игру на смартфон. 2 сентября 2020 года ученым удалось наблюдать невероятное явление — столкновение двух черных дыр. Это было не первое такое событие, зафиксированное наземными телескопами, но впервые наблюдалось слияние столь крупных объектов. Оно произошло в 7 миллиардах световых лет от Земли. Двойная черная дыра, известная как GW190521, состояла из двух компонентов. Масса первого оценивалась около 85 масс Солнца, второго – примерно в 66 солнечных масс. В итоге получилась массивная черная дыра, тяжелее нашего Солнца, приблизительно в 142 раза, а разность масс превратилась в сверхмощный всплеск гравитационного излучения. Только представьте себе, 9 звезд, подобных нашему Солнцу, обратились в энергию. Это возмущение зафиксировали датчики обсерватории LIGO. Оно шло к Земле 7 миллиардов лет и длилось всего десятую часть секунды. Однако этот краткий всплеск нес в себе огромное количество ценных знаний об окружающей нас Вселенной. Что же такое черная дыра? В современной науке принято так называть область пространства-времени, гравитационное притяжение которого настолько велико, что его не может покинуть даже свет, не говоря уж о материальных объектах. Математическое описание данных объектов космоса крайне сложно. Пространственно-временной континуум возле черной дыры настолько искривлен, что приобретает иные, непривычные нам свойства. Долгое время черные дыры оставались математической абстракцией, затем гипотетическими небесными телами. Процесс их поиска затруднялся тем, что напрямую наблюдать объект, который ничего не излучает, невозможно. Единственное, что позволяет видеть черные дыры в бесконечной черноте космоса, это особые эффекты, создаваемые их высокой массой, такие как аккреционный диск или эффект гравитационной линзы. Хотя самые первые модели черной дыры были представлены еще в 1784 году британским астрономом и естествоиспытателем Джоном Митчеллом, впервые небесное тело этого типа было достоверно обнаружено только в начале 70-х годов 20 века. Им стал источник рентгеновского излучения в созвездии Лебедя, известный теперь как X1. В настоящее время список подтвержденных черных дыр насчитывает более 1000 объектов. А 10 апреля 2019 года обществу впервые была представлена фотография сверхмассивной черной дыры. Так, из гипотетических построений черные дыры превратились в полноправных обитателей космоса. Как и другие космические объекты, черные дыры бывают двойными.
В этом случае они вращаются вокруг общего центра масс, постепенно ускоряясь и сближаясь друг с другом. В конце концов, оба компонента сталкиваются, образуя новый объект. Он тяжелее каждого из родителей по отдельности, но легче, чем изначальные черные дыры вместе взятые. Разность масс превращается в импульс гравитационной энергии, сотрясающий пространство вокруг нового космического тела. Также система из двух черных дыр может образоваться при столкновении двух галактик, ядра которых являются сверхмассивными черными дырами. В этом случае масса двойной системы будет огромной, а энергия, освобождающаяся при столкновении, невероятно высокой. Такова, например, система 3C75 в центре гантелеобразной галактики NGC 1128-1. Эта галактика расположена в скоплении галактик Эйбл-400 на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Солнца. Ее необычная форма предположительно вызвана тем, что она является результатом слияния двух эллиптических галактик, в центре каждой из которых находилась массивная черная дыра. Другой подобной системой является центр галактики NGC 6240, которая находится на расстоянии 400 миллионов световых лет от Солнца. В ней обнаружены целых три сверхмассивные черные дыры. Две из них общей массой около миллиарда солнечных масс вращаются вокруг общего центра масс на расстоянии около 645 световых лет, причем один из компонентов примерно в 9 раз тяжелее другого. Третья черная дыра находится от этого центра масс на расстоянии около 3000 световых лет и имеет массу от 240 до 420 миллионов солнечных. Данная система является ближайшей к Земле системой из трех и более сверхмассивных черных дыр. Другим подобным объектом является центр спиральной галактики NGC 3758. Она расположена в созвездии Льва на расстоянии в 425 миллионов световых лет. Центр этой галактики представляет собой систему из двух сверхмассивных черных дыр, вращающихся на расстоянии в 11 тысяч световых лет друг от друга. Если же говорить о прочих подобных объектах, то они расположены на расстоянии более 500 миллионов световых лет от Солнечной системы. Стоит заметить, что при сближении черных дыр они совсем не обязательно объединяются в гравитационном танце. Все зависит от масс объектов, их скоростей и угла столкновения. При определенных условиях может случиться так, что черные дыры разойдутся навсегда, всего лишь изменив траектории движения друг друга. Процесс слияния черных дыр пока досконально не изучен. В его математическом описании есть множество пробелов. Это очень сложная математическая модель, на расчет которой могут уйти многие годы. И наблюдения за реальными столкновениями помогают ученым ускорить этот процесс. Ясно только, что при этом процессе высвобождается титаническое количество энергии, сравнимое со взрывом миллиардов сверхновых. В основном она излучается в виде гравитационных волн. Все зафиксированные до сих пор волны шли к Земле миллиарды лет, а значит, их энергия значительно рассеялась. Что же будет с Землей, если источник подобной волны будет недалеко, например, прямо в нашей галактике? Расчеты показывают, что в процессе слияния черных дыр газ из аккреционных дисков сильно нагревается и разгоняется до сверхвысоких скоростей. Это приводит к излучению электромагнитных волн преимущественно в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне. Если источник такой мощности будет достаточно близко к Земле, то магнитосфера и озоновый слой нашей планеты не справятся со столь мощным потоком излучения. В этом случае, вероятно, вся жизнь на поверхности будет уничтожена. Некоторые организмы имеют шанс выжить под землей и в глубинах океана. Однако большая часть биосферы, скорее всего, будет разрушена. Также, если всплеск будет достаточно сильным, гравитационная волна может вызвать колебания земной мантии, что приведет к множественным разрывам земной коры, массивным землетрясениям и извержениям вулканов. Что же произойдет с самой черной дырой?
Если рассматривать эволюцию после слияния, то согласно расчетам, некоторое время ее форма будет оставаться неправильной или вытянутой. Черная дыра будет пульсировать, постепенно уменьшая амплитуду колебаний, пока не примет постоянную форму. Она продолжит притягивать к себе окружающее вещество, формируя аккреционный диск и поглощая его. Новообразованную черную дыру могут ждать новые столкновения и слияния. Но в конце концов все окружающее вещество будет поглощено, и рост черной дыры замедлится, а затем остановится. Как доказал известнейший американский физик Стивен Хокинг, а также не менее выдающиеся советские ученые Старобинский и Зельдович, любая черная дыра постепенно испускает частицы, постепенно теряя массу. Это явление носит название «излучение Хокинга». Благодаря этому излучению каждой черной дыре можно приписать температуру, которая будет тем меньше, чем тяжелее ее хозяйка. Для черной дыры массой, к примеру, в 6 солнечных, температура составит порядка 10 в минус 8 степени кельвинов, что близко к абсолютному нулю. Это значит, что чем тяжелее черная дыра, тем медленнее она испаряется. Расчетное время жизни сверхмассивных черных дыр превышает 10 в сотой степени лет. Это число называется Гугол. Пока температура черной дыры ниже реликтового фона Вселенной, то есть 2,7 кельвина, ее масса не может уменьшаться. Однако Вселенная продолжает расширяться, и температура реликтового излучения постоянно падает, хотя и крайне медленно. Поэтому рано или поздно любая черная дыра придет в состояние термодинамического равновесия, при котором испаряется равно столько же энергии, сколько и поглощается. Этот момент наступит раньше для более легких объектов и позднее для тяжелых. После него черная дыра начнет терять свою массу со все возрастающей скоростью. Хотя процесс полного испарения займет многие триллионы лет, рано или поздно он завершится гигантской вспышкой. Черная дыра исчезнет, оставив после себя мощнейший электромагнитный импульс, который постепенно рассеется во Вселенной. После того, как последняя черная дыра во Вселенной пройдет этот путь, наступит эпоха вечной тьмы, время бесконечной пустоты и холода, истинный конец Вселенной. Друзья, мы вкладываем много труда, чтобы сделать каждый ролик познавательным и интересным. Поэтому не жалейте кнопки на мышке, ведь ваши лайки очень помогают в развитии канала. А подписавшись и нажав на колокольчик, вы вовремя узнаете о новых выпусках на самые захватывающие темы. А мы тем временем продолжим работу. И услышимся!